Машинка меня ждала долго. 4 дня мы с ней не виделись. Сейчас поедем, покатаемся. Так, она меня иногда забывает и не хочет меня пускать. Вот видите? Сейчас надо. Забыла. Так, вспомнила? Нет. Иногда она забывает. Знаете, надо это приложение, вот вспоминает. Приложение заново запустить. Такая вот ерунда у нее бывает, что несколько дней, если не подходишь к машине, она может забыть, и надо приложение заново включить, выключить, в общем, все такое. Вот. Такая есть ерунда. Все, готово. Мне кто-то было волосы укладывать, сделала хвостик. Но вот эти большие очки Селина, они не дают кепке нормально садиться. Но я их так люблю, они вообще невесомые. Брала с собой в Джорджию очки Ray-Ban, где вот эти, знаете, ну вот такие вот пластиковые железочки торчат здесь, да, с пластиком, силиконом. Я не могла, я их не носила, я только один раз их одела, у меня тут прям до красноты. Причем раньше они, самое интересное, что они легкие. Но когда одеваешь здесь вот на нос, они там полчаса, час я ношу, у меня прям все ноет, у меня нос начинает прямо вот здесь косточки все сводить. Вот, вот эти совершенно я не чувствую, то есть они такие вот, ну, пластиковые, видите, тут нету никаких специальных вот этих наносик, которые одеваются. Может быть, те, конечно, удобно держатся, но я просто не могу. Эти настолько удобные, я их просто не чувствую. Они большие, и ничего не чувствую. Единственное, что кепки, которые я люблю носить, немножко тяжело на них садятся, но ничего страшного. Так что все, теперь точно, поехали в магазин. Так хорошо, 11 часов, никого нету, по городу ездишь, все работают. Приятно, когда все работают. Так, в Таргет наш. Почти что во всех Таргетах есть Starbucks. Вот, и мы так что-то напились этого кофе Старбакса, пока отдыхали. Уже неохота этого кофе. Но у них очень вкусный вот этот сезонный Pumpkin Spice. Мне, конечно, очень понравился. Так, ну что, начнем. У нас скоро Хэллоуин. Ой, тележку какую-то с ребенком взяла. Не с ребенка, а для ребенка. Так, не надо это. Тележку возьмем. И все, поехали. Так, мне надо апельсинку для своего полезного чая. И, наверное, ребенку надо этот виноград. Я не знаю, когда выпаду в этот виноград. Вот такой какой-то вкусненький, что виноград. Экстра ланч. Желтенький какой-то осенний прям виноградик. Возьмем, 359 паунд стоит. Не дешево, ну ладно. Надеюсь, что будет вкусно. Мне нужна апельсинка для чая. Прям вот одна. Ой, какие ужасные апельсины лежат. Ич 99. Нет, мне такой не надо. Лимон у меня есть, мне нужна апельсин. Сейчас посмотрим. Лолипоп мои. Вот этот Криспи. Нет, Сашка какой-то другой просил. Ой, а что-то лолипопов-то нету совсем. Ладно, Криспи возьму. Вот они, получается, 3 штуки. Взяла все-таки апельсинку, больше нечего делать. Так, все деревья, добавлю резную морковку, беру для всех. Так, что нам еще тут надо? Брокколи. Брокколи мне нужна прям целая. У меня теперь много брокколи едят. И мне нужно, знаете, что мята вот такая 2,19. Маленькая, конечно, ну ладно. Нет, для чая, опять же. Так, что тут у нас еще? Какой-то, как будто еще что-то не выставили. Минт. Это в горшочке минт. Но я такой не хочу. О, мне брокколи надо. Много брокколи. У меня прямо они брокколи едят. Какая-то она вообще не свежая, что ли. Нет, нормально желтая. Да. Сколько она стоит? Непонятно. Сколько, в общем? А брокколи 3,19 стоит. Чтобы не желтенькая была. Вот зелененькая хочется. Ну вот зелененькая. Так, и капуста мне нужна. Обычная. Там, по-моему, капуста обычная. Тыковок везде много. Так. А, мне надо, наверное, пару помидорок для тушения. Так, капуста я взяла. Это очень вкусная капуста у них тут. И халапеньо взяла. Младший ребенок любит все с халапеньо. И мы будем делать и так. Так буду делать. Чуть-чуть не сломали тут. Так. Все, поехали. Так, ребенку еще понравились огурцы вот эти, которые для бургеров. Кошер гамбургерс. Они с чем там? Ну-ка, что-то написано.
бальзамик, винегар, турмерик, ферментированный. Вот такой. Как-то его вытащить надо. Вот так. Так, возьмем. Одинаково. А, это все органик просто. Кошерный гамбургер с дил. С зеленой, с укропом. Так. Что тут еще? Что такое вкусное? Хочется. Я сытая, но хочется такое. А, вот здесь вот вкусные у них штучки такие, вторая купила сухие. Где тут чипсы банановые, манго. Это желейки фруктовые. Торсари, nothing. Ведь no sugar, no artificial flavors. Манго и оранж. Тут два пакетика, что ли? А, два ингредиента. Вот это, наверное, возьму. Fruit gummies. В школу ребенку брать. А, это как пастила, да? Ой, нет, такой вид не очень. Вот это возьму. Это кранчи. Годжи, кстати, ягодки есть. Их тоже можно в чай, конечно. Ладно, эти взяли. Так, поехали дальше. Нам надо смузи еще. Для смузи купить. Так, тут можно пайнапл, чтобы вот этот, наверное, возьму. Тропикал один набор. Для смузи тропикал. Тут драгонфрут, чанки. 15.1 мне надо с вишенкой. Вот. Черис, берис. Черри, берис. Вот такой большой. Тут черри, блубери и стробери. Вот. Это понятно меньше размером. Это 7.99. А тут берри микс. Ой, тут мало. В общем, вот так. Для смузи. 6.39, это эти яйца вкусненькие. Можно вообще органик, конечно, взять за 8. Ну, думаю, за 6 тоже хорошо. Тоже вкусно. Хорошие яйца. У нас яйца прям хорошо идут. Теперь Саша полюбил у нас яичницу Sign Up, которая такая жиденькая. Не омлет, а именно яйцо. Ой, так, что тут он? Просто что-то он увидел. Тут такая ужасная вредность, но он даже сам отказался. Это сыр. Вот этот я ему обычно сыр беру, где его... А, его здесь нет. Ну ладно, нету, и то хорошо. Вообще, вот пустые полки ничего не выложили еще. Утро вторника причем. Я вечером приезжаю, вся с работы, у них все есть. Так, молоко у нас есть. Пошлите мешочки брать. А, мешочки нам надо. Потом в химию пойдем. Так, это тут у нас. Вот мешочки. Тарелочки у нас есть. На всякий пожарный. Так, мне нужен галлон. Большой, вот такой, для фризера упаковывать. И мне нужен кварц тоже. Где кварц? Вот это еще поменьше кварц. Вот такие, это кварц. 50 штук, а этих сколько? 60. Большой. Так, мне знаете, что нужно? Мне, у меня вот этих нету для мытья. Это что? Фреш, лаванда. Вот это 9.99. Это две штуки. Вот сюда вставляется. Вот сюда для мокрой тряпочки. Вот такая у меня тряпочка вставляется. Она сама брызгает и сразу промываешь. Ничего не надо мыть. Потом тряпочку выкинул и все. Все, да, больше мне тут ничего не надо. Так, дальше пошли в химию. Вот тут химию сейчас наберу. Коврик еще взяла для мусса, для туалета такой. Сменить его надо. Под туалет. Так, здесь что у нас? Так, здесь мне тоже в губке ничего не нужно. Следующий сейчас идем. А вот, кстати, мне нужно для туалета. Детям и нам в туалет батрум надо поставить вот этот лавандовый хлорокс батрум. Туалет клингель. Вот. Он не так пахнет, но приятно пахнет. Не хлорексом пахнет. Так, вот эти мне нужны салфетки. Вот эти, наверное, Beyond куплю. Они Outdoor Fresh таким приятненьким пахнут. До этого вот эти у меня были. Уже надоели. Хотя эти вообще химией какой тоже пахнут. Calm опять возьмем. Calm. Другого вкуса нет, да? Вот это Downy нету, Bliss. Bliss что-то нету.
Так, вот этот мне 14,99, он такой не дешевый, но он, да, вкусно пахнет. И он концентрированный. Здесь получается сейдж, шалфей, мятый пахнет. Эвкалиптом как-то очень вкусно. Его возьмем. И мне для темных вещей что-то надо, потому что мальчишкам стираю, чтобы не выцветали их темные, потому что они во всем черном. Вот это что ли взять? Dark Defense. 16,69. Что-то я почему-то в этом в Костке не видела темных таких. Так, окей. И что-то еще мне надо было. Какое-то большое. Тайт я вообще терпеть не могу. Не могу запах переносить. А вот какой-то есть для темных, нет? Color Guard. Ой, я такой вообще фирмы не знаю. Это хоть, ну, это тоже не знаю. Fade Protection. Ладно, здесь хоть прям написано, что они как будто бы темные вещи. Вот это вот не могу переносить, когда подушечки. Мне кажется, они не промываются вообще. Вода там что-то произойдет. Так, а вот смотрите, есть Fabric Soft. Ну, она пахнет прям, знаете, мятой. Мятой какими-то травками. Fresh Lavender. Нет, лаванда пахнет. Нет, та поприятнее, конечно, хоть это может быть и по-настоящему. В общем, вот это вот очень вкусно. Fresh Air я брала. Это Ginger Mango тоже вкусно. Вот это просто такой нежный и свежий-свежий запах. Вот этот был такой супер какой-то. Встретил OxyClean, который обычно брызгаешь на всякие. А был такой супер какой-то, прям супер стрендж, что ли, он прям быстро реагировал. Этот у меня есть. Мне хотелось другой. Ну ладно, это когда уж совсем что такое, знаете, кофе, кетчуп младший себе на штаны прольет. По-моему, все, я купила, что мне надо. Так, еще хотела я тушь посмотреть. Тут еще туши мне хорошие. Так, а что там у нас? Гель для душа, вот. Гель для душа еще мальчишкам надо посмотреть. Вот этот мне очень нравится. Я вот это я себе купила метод пион. Очень приятно. Люблю вот с этим дозатором. А мальчишкам покупала я. А где он? Нет, не этот, не White Down. Сейчас посмотрю. И не вот такой. А какой такой был вкусный. Что-то я его сейчас не вижу. Ну-ка. Смотрите, вот эти вот прикольные такие на хвостик. 13,99, а такие же. И вот 13,99 тоже на Alibaba. Ой, на Алиэкспрессе я видела что-то по 6 или по 5. А там вот ну, цвет какой-то вообще. Не знаю, какое-то золото странное. Это еще более-менее. Вот вот я такой вот люблю, конечно. Трассахер привозил. Год два, наверное, использовала. Она так красиво смотрится. На себе ее возьму. Заберем домой. А вот такую надо заказать разные-разные. А это что такое? Такие не хочу. Давайте посмотрим еще там, чтобы для волос я видела. Так, расчески у нас тут всякие есть. Сюда потом поедем за тушью. Здесь у нас все выставлены этой мыльной. Вот такое масло я заказала. Какое? Легкое заказала, да? Light. Да, вот это light я заказала. Сахер. Тут и шампунь есть. Шампунь, кондиционер, маска. Сейчас можно маску попробовать. Это маленькая маска. Это крем для волос. Еще какой-то, да, кондиционер. Розмарин Минт. Или все это одно и то же? Одно и то же. Нет, это просто кондиционер, а это как ливень оставлять, который кондиционер на волосах. Шутит. Больше ничего такого не вижу интересного. Масочки, масла всякие такие. Мне кажется, они тяжелые для волос. Коконат вот такие. Так, ну все. Пошлите за шампунью. Это вот такие вот мелкие штучки, которые... Я пропустила, могла бы купить, когда мы уезжали. Щетки пришлось покупать, срочно бежать на следующий день. Это маленькие размерчики шампунек, гели для душа. С собой в турпоездку. Так. У нас через два дня Хэллоуин. Пойдем трик-трикать с ребенком, с младшим. Так, здесь вот тоже, видите,
3 покупаешь, одна бесплатно. Капельки вот эти для глаз, которые в этом в Костке покупают. Тоже маленькие шампуньки. Смотрите, маленькие совсем с собой брать. Что тут у нас здесь? Даван какой-то жидкий. Маски. Хемс есть маленький. Сухие шампуни. Да, вот здесь сухой шампунь. Какой-то такой, не знаю, молоко. Санитайзеры, масочки всякие маленькие. Что такое, непонятно. Смывка для глаз, мицеллярка маленькая. Биодерма небольшая, которая. Вот. Ой, это у меня есть умывалка. Так, ну все, да? Тут лип, бальзам. Витамин С, натуриум тоже. У нас тут большой такой в Таргете, всегда самый большой стенд. Пикси. От, смотрите, тоников, все тоники есть, все маски эти. Цена, кстати, такая же, как на Херп, эти хачи. Лосьоны, тинт-мастерайзеры. Все тут у них есть, Пикси. И вот эти Glow Bronze, которые румяшки. И CeraVe вот это целое тоже. Так, немного тут биодермы, это уже большая бутылочка, масло, мицеллярное масло, это для тела масло, такая огромная, 20 литров. Здесь биодермы, Ларош-Позай, это много тут, Ларош-Позай, Ларош, в общем, все поняли, но точно там напишите, да, как правильно говорить, CeraVe Foaming Oil, мне кажется, это совсем для такой сухой-сухой кожи. И акне. Ребенку купил, он что-то не пользуется этим CeraVe. Это знаменитые их эти Стэнли под цвет. Тамблеры $35. Поменьше, побольше. Разные цвета. Оранжевые, пинки. Это под эльф, что ли? Эльф, похоже, заказала. Так, давайте Мэйбелин. Тушь мою купим. 9,99 она тут стоит. Черный только есть, да? Разноцветные нет туши. Хотел какую-нибудь еще новенькую, может, тушь. Нет? Что есть? А, вот есть синяя, но синяя у меня есть. Черный, black, very black, very black. True brown. А вот есть true brown. Но у меня сейчас true brown, наверное, black возьму. А это у нас waterproof. Waterproof мне не надо. Хотела новенькую тушь попробовать, но знаете, новую возьмешь и все. И не то, возьму свою любимую. А вот это что за тушь? Мне кажется, она новая. Maybelline. Силиконовая кисточка. Firework. А, типа они вот такие будут, да? Такую что попробовать? Эту я пробовала 100 раз. Давайте такую возьмем. Какие цвета есть? Very black. Brown Black. Давайте Brown Black возьмем. Силиконовая кисточка. Как я люблю. 10,99. Fireworks. Ну, то есть вот такая она прям все раскрытые реснички будут. А здесь тушь хорошая. Ну, а вот этот возьмем попробовать. Это тушь какая-то новая. Но это щеточки такие не люблю. Силиконовые люблю. Так, все. Тут больше нам ничего не надо. Надо, в общем, бежать. Там у нас облепиха тает. Еще очень большой отдел Ульта. Ну, можно кое-что тебе найти. Не все, прям все, что будет. Такой вот отдельчик есть. Все, поехали к кассе. Так, ну все, загрузила. Сколько мы там? Что-то как-то много. Так, на 169,15. Из них $8. Что-то там. Таксы. Вот. Все, еще в русский я заезжала. Потом русский уже дома покажу, потому что там не снимаю. Прибежала. Пока прибежала, надо коврик раз новый Муси купила, поменяла ей коврик. Раз коврик поменяла, бы решила туалет вымыть. В общем, там при входе обычно туалетом занимается муж. Вот, ну вот эти все кошачьи эти убирает. Но решила, раз коврик купил, значит, надо и туалет привести в порядок. Весь туалет протер, все почистила, новый обновила. В общем, как обычно. Давайте русский магазин, потому что Таргет вы видели. То, что русский, это вот... Понятно, что это не на неделю, потому что в выходные я поеду в Костко. В Костко покупаю овощи, мясо обычно, фрукты.
Здесь такое, в русском обычно, знаете, покупаю хам, всякие вот эти беконы, буженины, корейки, в общем, все такое вкусненькое. Или детям, например, какие-нибудь в школу. Это вот лев, это типа вот нашего, помните, Мишка был, а это сейчас лев продается. Я не знаю, чей он, натуральный вкус. Вот. Ну, это школу ребенку младшему. Купила вот такой батончик, как из детства, как он назывался, чайный, что ли, да? 3,99, не знаю, Lunch Love. Тоже ребенку младшему, потому что не успела хлеб пока испечь, пока хлеб испеку, он бутерброды будет носить. Зефир купила с Blueberry, 3,99. Иногда хочется кусочек сыра вечером, чай и зефирку. Так, это корейка. Корейка очень вкусная. В этот раз она как-то в пленочке, ну ладно. Очень вкусная корейка. Вот именно в родине я почему-то покупаю корейку, прям очень вкусно. У нас есть большой, прям рядом магазин. У нас все русские магазины, вообще все магазины, локация у нас очень удобная. У меня 10 минут Костка, 10-12 минут у меня Трейдер Джо, да, тоже любимый. Вот, Whole Foods тоже 10 минут. И русские, смотрите, какая корейка. Она такая вкусная, свежая. Сейчас я сделаю себе греческий салат. 4,19, это у нас получается за паунд, 7,99, полпаунда. Я попросила нарез, тут сразу все нарезают. Вот, так, это мы уберем. Купила мужу польский хам на 9,19, тут паунд. Вот, он берет с собой. В русском получается у меня 77,80, вот, без такса, потому что только одни продукты. Вот, покупаю вот этот самый вкусный лаваш. Вот такой лаваш, по две штучки беру, в холодильнике лежит. Потом его нарезаю, написано без дрожжей, нон ГМО, 100% пур, нон холестерин, в общем, все. Но он такой тоненький-тоненький, в него все можно закручивать. Ребенок тоже и турки, и туда можно омлет тоже скрутить утром. Зеленый лучок купила, не знаю, сколько он стоит, по-моему, там что-то 99. 2,99, огурчики маленькие, это младший ребенок тоже любит. Так, и вот купила вот эту облепиху. Заморожу. Сейчас мы с вами сделаем чай. У меня как раз все ингредиенты есть. С вами есть и чай. Так, морковь купила. Дрожжевое тесто, которое обычно слоеное дрожжевое. Это, знаете, иногда сосиски в тесте бывают, что просто что-то такое. Так, вот эти самые вкусные огурчики. Игорьки называются. Консервированные с укропчиком. Очень вкусные. 4,99 они стоят. Так, кабачки зелененькие купила. Цукини, как они называются. Буду их тушить. Быстренько сделаю с халапеньо, крупный лучок, морковку, чуть-чуть помидорки. Так, это под чиз, это такой, как творог наш, как будто со сливками, такой жирненький, вкусненький. Это жидкая сметана, очень вкусно. В русском вообще все, кто здесь живет, именно, не знаю, привозят откуда эту сметану. Именно не покупная, которая у нас в американских продается, а именно в русских, я не знаю, кто ее делает. Но ее привозят в таких больших бочках, и они во всех штатах, в русских магазинах, вот эта жидкая сметана самая вкусная. То есть она вкус похожий на наше детство. И купила редьку дайкон, сделала со сметанкой, с морковкой, и все. Вот это в русском магазине на 77,80. Вот. Вроде все, сейчас будем с вами чай делать. И посмотрим, что у нас. Я хочу заморозить такие кубики большие. И вечером, потому что вечерние чаепития у нас теперь все приветствуют. И дети, и сын. Муся, сейчас с коробки упадешь. Смотрю, на коробку лезет. Муся, это вообще... Любая коробка... Муся, упадешь. Ладно. Вот, вечером чай пьем, и муж пьет, и дети все пьют. И теперь вот вкусный чай. Там у меня будет состав апельсин, имбирь, облепиха, мята... лимона немножко, все это проблендерю, и мед туда добавлю, проблендерю и в квадратики такие заморожу, и потом в чайничек буду вечером бросать кубик кипятком. Очень вкусный чай. И полезный. Давайте с вами начнем сейчас делать его. В общем, вот такой состав. Облепиха. Сейчас я его почищу. Имбирь. Даже органик пришлось купить. Органик, мята. Вот. Лимон тоже от кожицы уберу. И апельсин от кожицы уберу. И будет у меня еще мед. Вот. И вот такой вот мед Honey. Очень вкусный вот этот мед. Я не знаю, в русском тоже покупала. Очень вкусный. Вот мед, облепиха и все вроде бы, да? Вот такой состав будет. Вот такой у нас мультивитаминный чай получился. Имбирь и лимон. Лимон чуть-чуть с корочкой сделала. Апельсинку полностью почистила. А мята и мед. Сейчас будем блендерить. И вот, вот готовы вот такие формочки. Вот такие большие квадратики будут.
Так, вот такие кубики получились, видите, они такие достаточно большие, как раз вот на такой мой большой чайничек. Здесь у меня черный чай с ягодками. Вот, и еще у меня чуть-чуть осталось, сейчас тоже маленький сделаю, кубики на вечер, на завтра, на сегодня. А эти пойду тоже в заморозку. Как красотища, да? В общем, вот такой у меня обед получился, вот такой свой чай. Это остаток я от блендера, что там осталось очень много. Я себе залила быстренько кипяток, и тут облепиху, тоже еще мяту немножко бросила. И вот такой у меня обед. Свежий батончик, корейку, ягодки и вот такой вкусненький, как называется, творожный глазированный сырочек. Ой, очень вкусненько. Вот, и такой будет у меня обед. И я побежала загорать. Всем пока-пока. Может быть, встретимся на бассейне. Пока-пока. Спасибо за то, что вы смотрите, комментируете. Мне очень приятно. Спасибо-спасибо. Думаю, я одна полежу, но нет. Кто-то тут еще и детей, со взрослыми. В общем, не работают люди, отдыхают. Так что наушники в уши, буду отдыхать. Наконец-то, наконец-то. Когда живешь почему-то около океана, на океане, честно говоря, знаете, вот стыдно признаться, были в июне или в июле последний раз, сейчас октябрь. Живем 10 минут от океана, он круглый год у нас теплый. Ну, блин, мои не любят океан, я бы вот каждый выходный бы ездила, но мои не любят океан, поэтому одной собраться как-то вообще мне это не камильфо. Хотя бы около бассейна полежать, витамин D немножко пособирать. Хотя я его принимаю, он у меня ужасно упал. Вот так жить на океане. И, знаете, витамин D у меня 13 при норме от 30 до 60. Это вообще с ума сойти. И причем у младшего сына тоже 20. При норме 30, что ли, там и 60. Вот так дети кричат. Вот, в общем, надо до океана. Завтра, может, до океана доеду. Мы на год делаем себе абонемент. За $75 целый год ты можешь бесплатно пользоваться парковками. А так, один день для людей, туристов, не резидентов, $50 каждый день. Ох, как кричат. Вот, а здесь получается у нас $10. Ой, $75, уже заболтался. $75 получается на целый год для резидентов города нашего. И у нас там три парка, и можем бесплатно парковаться за $75. Я считаю, это бесплатно за год. Если один день стоит 50. Вот, может, завтра сделаю съезжу абонемент на год, потому что каждый сентябрь меняют. Сегодня октябрь уже заканчивается, надо хотя бы обновить его. И все, сейчас я еще возьму у меня кокосовый смузи. Люди пожарили, там вот у нас барбекюшница прямо. И люди пожарили, видите, сейчас тенечки сидят справа, кушают. Вот. Так что всем спасибо еще раз. Пока-пока, будем прощаться. Сейчас покажу, какой смузи у меня. Вот это смузи с собой беру, кокосовое, только кокосик, водичка и больше ничего. Буду сейчас наслаждаться. Всем пока-пока, пока-пока. Это хорошо, ветерочек. Просто прекрасно. Да. Солнышко, что еще нужно для жизни? Ой, сходила еще на массаж, я побалдела. У нас такой в Багратоне фут, 8 фут. О, массаж сделали целый час, это хорошо.